talking right now, pussy. Итак, всем привет, меня зовут Нейзи. А меня зовут Эмиральд. Да, итак, собственно, это уже какая-то 12-я серия, да? По-моему, итак, да. Сейчас мы вам покажем нечто эпичное, что мы очень построили. Красивое строение, но мы не будем спойлерить, вы сами должны это увидеть. Да. А, стой, во-первых, пошли со мной пешочком. Во-первых, нам нужны факелы, потому что там дико очень, ну сам понимаешь, тема была. Да, ну ладно, я с этим факелом. Стой, без меня не уходи. Ну вот, смотрите. Идем как грибники. Стой. Значит, вот такие идем мы по пещере, да? Ну, типа проход. И вдруг бэмц. Yeah. Бэмц. Вот такая вот вышка. Красивая вышка. Просто я недавно играл, записывал игру Firewatch. Да. Вы можете посмотреть прохождение на моем канале. Очень понравилась мне игрушка. И, собственно, вот такую вот вышечку мы построили, чтобы сидеть и кемперить. А тут, значит, принтер стоит. Ну, это типа печатная машинка. Кстати, когда мы скрафтим, наконец-то, верстак, которым можно делать оружие, для начала нам нужно, кстати, найти кактусы для него. Чем мы, собственно, и займемся в этой серии. Нет, мы уже пытались, и это вышло плохо, поэтому мы не будем современным оружием делать ящик, а сделаем, например... Ну, советским оружием, да. Ой. А чем оно хуже? Ну да. И, собственно, что для него нужно? Готовь 6 железных слитков, желтый краситель 6, и красный 6. Краситель. 6 желтого красителя у меня. А, ну пойдем тогда из цветов наберем. Во, первый цветок готов. И нужен еще красный цветок. Так, я дойду далеко и надолго, потому что там, говорят, есть хорошие цветы. А, стоп, у нас перед домом вот стоит, это вот там... перед домом красный. Перед домом красный. А тут я нашел классные цветочки возле ловушки нашей. Да? Да. Иди сюда. А, крипер, твою ж дивизию. Чего? Чего? Какой крипер? Крипер заспавнился. Слышь, дивизию. Парень, какого фига ты заходишь? Я на всякий случай обойду эту фигню, потому что я могу упасть сюда. Куда? Да тут есть одна ямка, она мне не нравится. Ты где сам-то? Я заблудился. Иди, короче, обратно домой. Ну, сейчас попробую. Чем знать, куда я иду, по-моему, надо. Перед домом растет 2 мака, можно. Хоть бы я шел туда, куда надо. Стоп, 2 мака растут. Да, можем их срубить и сделать себе ящик. Окей. Потому что без Эмиральда мы ни хрена не сделаем. Не, мы можем, конечно, из его сейфа спереть 6 железных кусков. Я эндермен! Валим домой быстро. А где дом? Черт, я же домой шел. Эй, зомби! Нет. Крипер! Беги. Черт побери, только бы не убили. Только бы не убили, всё. Прошу. 2 красных. Стоп, что? Чё? Ты мне не поверишь сейчас. Чё? Я нашел кактусы! Кактусы? Да. Какие, мать, где кактусы? Здесь, их тут целых 2. Чувак, где ты? Правда, они взрослые, поэтому их тут получается 6. Где ты, чувак? Я не знаю, куда ты заперся, но... А, вот, вон наша гора, у меня же большая дистанция прорисовки, слушай, наша гора. Я, короче, походу так далеко заперся, что дальше этой горы дошел. Неси сюда эти кактусы, они нам очень нужны. Сейчас принесу. Тогда сделаем 6... сразу ящик с современным оружием. Переправим. Правда, их всего 6. 6 хватит? Да, стоп. А 3 кактуса пустим на ящик с современным оружием и... Собственно, остальные посадим, чтобы они росли. Ой, я нашел дорогу домой. Кстати, уже утро наступает. Да. Да, и поэтому я нашел выход домой. Но ты что? Я и не знал, что они так близко находятся, в чем прикол. Так. Они находились вон за горой. Оказывается, надо было просто банально пойти за гору. Ну ничего страшного, мы сделаем еще ящик современного. Собственно говоря, я в очередной раз доказал, что надо хоть иногда рисковать. И с советским так. Тоже. Я сделал ящик с советским оружием. Ты где? Я дома. Дома, вот. Окей. Собственно, тут есть Мосин-Наган, снайпер, ППШ, ТТ, базука. Обожаю с Мосин. Базука при чем тут, я не понимаю. Стоп, там есть базука? Да, в Советском Союзе не было базук. Я знаю. Но тут там были РПГ. Автор мода, он какой-то такой. И вот. Давай у меня 3 кактуса и остальные сажай. Окей, сейчас посадим. Переплавляем наши кактусы. Да что особо фантазировать, прям тут и посажу.
И вот РГД-33 граната есть. И Бофорс это... Мне что, не сделал, потому что у меня в Макарыче патроны кончились. Которые тоже нету. Офигеть, это кто там лежит? Стой! А, где? Скелетон. А ты как думал? Скелетон там лежит. Так, раз зеленый краситель, два зеленый. А у тебя есть сейчас бумага? Бумага есть. Бумага? Нет, у меня нет бумаги, стой. Сейчас поищу. Засунь, если что, в ПК, компьютер. А, ты для этого хочешь? Да, ну, чтобы всегда были стрёмные же приключения. Так вот, ящик с современным оружием тоже готов. Собственно, тут есть М4, М40А3, М21. Так, что же нам будет в этот раз? Винтовка Драгуновая. Мне хоть что-то скрафтил бы. Р700, Барретт. Вот я хочу скрафтить Барретт на самом деле. Барретт очень хочу. А, нам нужно для этого стекло. Стекло, песок есть. А патроны ты можешь крафтить, правильно? Да. Так, я хочу М21 себе, чтобы ноускопом зомби убивать. 360 ноускоп. Ну, нет, я себе сделаю Барретт. Барретт, да. А патрошки я уже могу себе сделать. Айсовый джек. Где? Мне выпал. Да? О, давай его сюда. Джек фаст гейма. Пускай он сидит тут. Привет, тупой моб. Сейчас, смотри, я ему ноускопом пропишу. Сейчас только сделаю все. Смотри, давай его немного... Не, он говорит нет, смотри. Нет, не хочет. Кто тебя спрашивает? Да. Это кто тебя бил? Ку-ку. Я обосрался. Как он тебя поджог, скажи? Я не знаю. Стоп, а он что еще может делать, кроме поджога? То есть я его сам подожгу, ему пукан. А он не горит. О, он не горит, лол. Теперь все ясно с тобой, скотина морская. Окей, смотри. А тогда, раз он... Да, жри вот эту вот... Не вот слушает, эту вот рыгань. Да? Вот эту вот рыгань пусть живет. Стоп, можешь дать железо? Железо? Сколько? 7 штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А ровно дает, еврей. И смотри, Эмеральд. У нас вот что теперь есть. 360 ноускоп, давай! А теперь пропишем тебе, скотина. Уйди-ка. And his name is John Cena! Все. А я это снимал. Я тоже. Я снимал этот. Я от третьего лица это снимал, просто так в киношно будет смотреться. Окей, потом скинь мне файлы. Да. А, собственно, я не поменял опять скин, это скин одного из фильмов Эмеральда. Да, собственно, под названием... Собственно, ящики с оружием у нас сделаны, поэтому... Поэтому мы можем крафтить себе патроны, оружку, все такое. И он опять со своим луком детским. Почему я застреваю? А, я не знаю, почему ты застреваешь, но самое крутое то, что у нас появились кактусы. Ух ты, как я классно попал. Кактусы, то есть смотрите, давайте сейчас дождемся ночи и устроим себе типа сафари такого. Какого сафари? Ну, будем с мышки смотреть. А может, знаешь, а может быть заспауним кучу-кучу крипи этих придурочных мобов и будем их убивать. Да, и чтобы они упали в воду, и мы их будем убивать отсюда вот. А может они сами заспаунятся? А как бы уже дней-то 10 прошло, они должны спаунить. Да-то не знаю, может быть должны. У меня все равно есть джеффовский нож, и я могу им всем навалять с руки. Но это неинтересно, мы будем стрелять сверху, да. Под ним. А у меня нет патронов, я не участвую. Нет патронов? Да. У тебя есть лук. Чувак, я что, не рендерталец, что ли, с луком ходить? Да. Ладно. Ну вот, собственно. У нас во дворе в детстве и то оружие попродвинуть было. Ну вот, собственно, мы сейчас найдем нам. Ой, найдем. Мы сейчас дождемся ночи, и я буду сидеть с Эмеральдом там и трястись от страха на той вышке. Самолет. Подъем, сука, блядь! Дейзи, вставай. А? Уже ночь. Ночь? Да. О, мы же готовы были охотиться, давай.
Окей, значит. Окей, да. Значит, вот ночь у нас, да? И кто у нас за... Да ладно, не поверишь. Чё? Тут Рейк. Чё? Покажи. Не вижу. Он... Тихо. Где? Он я не вижу. Он там в темноте, вот видишь? В темноте. Рейк, ты где? Стоп, вот у меня искра... Я Джефф! Тихо! Ты... Он тебя убил? Офис. Лол. Как? О, как это было? Я не знаю. Я сейчас на них пойду. Офигеть, он меня согрелся. Я Рейк убил. Беги, лети. А ты Джеффа убил, как он заспаунился и меня убил такой. А ну где эта скотина морская? Он у меня случайно там не бежит? Нет. Так, контрольный. Ты где? Так, погоди, я контрольный дам. Стой, стой. Ой-ой! Ты чё? Я хотел контрольный дать, тебе попал. Все, давай, аккуратно, аккуратно. Чувак, у тебя из этого, как его, из позвоночника торчит. Кто? А, да, я бы сказал не из позвоночника, а из заднего парохода. Парохода. Это точно. Чувак, блин, уж... Какого хрена тут Джефф заспаунился, скажи? Я не понимаю, честно. Так, ну, это... Этому должно быть логическое объяснение. И прикол в том, что он меня подстерегал, походу. Вот тут, прям, здесь вот. А где он? А, слушай, Паша. Чё? Смотри, мы можем тут ползать. А! Где? Тут. Ну, здесь? По вот этим вот. Окей. Вот. Окей, можем так, можем. Я очень даже рад этому. Во, точно, смотри. Эмик. О, посмотри, что я умею. Оп. Все. Смотри, я крутой, я залез. Ай! Не падай. Это плохо падать. Взял, упал. Окей, значит, собственно, что у нас тут? Советую посмотреть назад. Че там? Оп! Пошел. Как на изи. Все. Ноускоп. Да, это, кстати, правда, ноускопом было сделано. Подъем. Где ты нашел эту аудиозапись? Потом. Ты сейчас не снимаешь? Да. Не снимаешь? Снимаю. Окей. Окей, значит, блин, так шикарно. Странно, никто пока не пришел к нам в логово наше. Ну, вернее. Можно еще поискать, на самом деле. Подожди, ты где? Я тебя что-то не вижу. Я внизу. Кстати, Барретт, да, очень четкое оружие. Кстати говоря, тут наблюдаю и думаю, нет ли кого-нибудь еще. Фу, овца, я думал, Рейк. Это не овца и не Рейк, это я. Не, вон там вот, видишь? Слева стоит. Да, значит... Фух... Что-то больше ничего и нету. Никого. Почему? Надо сделать одну важную вещь. Какую? И перепутал. Вот. Ставься. А тут кто-нибудь есть? Тут если побегать, нет? Нет никого? Не-не-не, вообще. Окей, нет так нет. Жик, бэм. Че ты там угораешь? Вспоминаю, как ты угорал от этого. Эй, да. Ну, неудачные моменты бывают. Да. Ладно, чуваки, что-то у нас... Что-то в этой серии мы много угораем. Хотя, по сути, от чего, если нам страшно должно быть? Нам страшно смешно. Наверное, потому что мы немного переиграли в героин с мотором. Да, по... Название монстру. Да, у нас тут, кстати, до сих пор полиция нашего ловушка. Давайте я в нее что ли поиграю для разнообразия. А, типа. Типа ты давай, хочешь типа. Быть как моб? Да. Ну давай, так, заходи. Надо джетпак снять. Давай. Привет, тупой моб. Привет! А-да-да-да-да-да. Не, стоп. Назад. Я буду тебя пропускать, давай. Ну ладно, а что здесь так будет? Куда пойдешь, у нас в камеру смертник. Ладно. Все. А, иди гиди диди дай. Да, нет. Все, теперь ты пойдешь сюда. Ой, погоди.
тут надо убрать. Тут же, помнишь, рейк у нас бегал? И тут, значит, выдвигаем тебе так, оп. Давай. Ага, дальше иди. Давай. А тут нет дверки почему-то. А, крипер ее взорвал. И теперь проходи вот сюда. Все, отпускай Эмеральда. Все, беги, Эмеральд, куда угодно. Опа! Нет, теперь я как моб. Пожалуйста, проходите. Эй. Ой! Ай. Аза-за-за-за-за. Давай. Чук-чук-чук-чук. Так, значит, все. Пошли, короче, на вышку. Будем заканчивать пошли. Уже, потому что, ну, нету смысла больше. Так как Рейк у нас попался, вот мы подтверждаем. Там еще Джефф был, да? Угу. Смотри, куда попало. Что ты сказал? Смотри, куда попало. Что ты сказал? Я сказал Джонсон! Все, окей, иди сюда. Давай. Пошли на вышечку. А, надо спокойно так подниматься, так. А, как пройти? Как пройти? Пособирать стрелы. А нет! Как это? Эмираль, что ты пишешь? Я пишу «Зелёный Соник 2». Дай посмотреть! Концепт-арты! А там пусто. Ну-ка пиши. Ну-ка пиши. Ну-ка пиши. Пиши. Все. Найс. Есть. И, собственно, вот такая вот получилась у нас серия. И мы даже немного посмеялись. Да. Посмеялись. И вот. И вот построили вот эту вот красотень. Да, вот. Сделали бар, это просто офигенно. Теперь будем убивать зомби носкупом в последующих сериях. Да. Или прямо сейчас, если найду хоть одного. Но нет, не найду. Мне лень. А, собственно, вот такие... Ай! Ты зачем это сделал? Чувак, я прострелил себе колено, смотри. Да, в натуре. Ну давай, прощаемся, да? Ладно, всем пока, дорогие друзья. До встречи в следующих сериях. Пока-пока.